думаешь, Абай убил Махмуда? Да. Это только в сказках. Добро побеждает зло. В жизни все наоборот. Абай убивает людей, и ему никто не может ничего сделать. Никто не может ему помешать. Он больше никого не убьет. Я тебе обещаю. Ты не можешь его остановить. Ты женщина, а он воин. Война — это не женское дело. Они убьют тебя, и все. Я прошу тебя, не делай этого. У меня совсем никого не осталось. Если решишь меня не послушать, возьми с собой доктора. Он поможет. Он хороший человек. Он мне не нужен. Почему? Он живет своей жизнью в каком-то другом мире. А по-моему, все мы живем в одном и том же мире. Ерунду ты говоришь. Доктор, это вы? А ну стой! Ты куда? Чего испугался? Ничего. Ты здесь один? Да. Проверьте здесь все. Скажи мне, что ты здесь делаешь? Один. А? Абай, она здесь. Врать не надумал, сучонок. Одна? Одна. Дрыхни. Здравствуй, невестушка. Ч-ч-ч-ч-ч. Тихо, тихо. Оставь нас. Что, не случилось у тебя с доктором, да? Тихо, 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 тихо. Стой! Стой, 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 стой. Спокойно. Ты такая красивая девушка, а ему не нравишься. Зато мне нравишься. Мне нравишься. Очень нравишься. И ты всегда, всегда будешь моей. Ненавижу. Повтори. Ненавижу! Повтори. Ненавижу! Сейчас ты заговоришь по-другому.
Что там у вас? Пусть парад отвезет ее домой к отцу. Угу. А мы дождемся твоего Калинина. Пошла! Умет! Что случилось? Ты ее бросил! Ты чего? Ты нас бросил! А они! Что? Где Лейла? Ее схватила бой! Они убьют ее! Он убьет ее! Успокойся, с ней ничего не случится. Я обещаю тебе. Послушай меня. Что? Послушай меня. Я верну ее. Даю тебе слово. Ты слышишь меня? Все будет хорошо. Мы вернемся вместе, я тебе обещаю. Сейчас тебе нужно в лагерь МЧС. Ты понял меня? Стой! Что случилось? Пожалуйста, мальчика, в лагерь МЧС отвезите. Понял. Подожди, Абай! Не стреляй! Нам есть о чем поговорить. О чем мне с тобой разговаривать? У меня есть компромат на вас обоих. Максуд! Я тебя внимательно слушаю. У Аркадия в сейфе были рукописные документы. Черная бухгалтерия. Там все. Схемы поставки сырья, производства и распространения фибролептина и так далее. Их подлинность подтвердит графологическая экспертиза. А теперь этих документов там нет. И где они? Они в надежном месте. Если я не вернусь в Москву или не свяжусь со своим человеком, они попадут в прокуратуру, и весь ваш бизнес рухнет. И почему я должен тебе верить? Да ты можешь мне не верить. Просто позвони Аркаше и скажи ему только одно слово. Корлеоне. Это пароль от его сейфа. Повиси на телефоне. Как такое могло случиться? Я тебе за что деньги плачу? Ты вообще здесь для чего? Я все исправлю, не волнуйтесь. Иди исправляй. Иди исправляй, твою мать! Thank you.
Абай, документов нет. Я эту суку своими руками! Где документы? А ты догадайся. Слабо. Где Лейла? Ты не волнуйся, я догадаюсь. Догадаюсь. Стало хуже. Воспаление усиливается. Вам нужно ехать в госпиталь. И немедленно. Опять ты за свое. Я же сказал, не нужен госпиталь. У меня здесь дела. Но у меня заканчиваются лекарства. Все очень серьезно. Насколько серьезно? Вы можете умереть. А что, в госпитале меня могут спасти? Не знаю. Но они, может быть, помогут. Я больше ничего не могу сделать. Я понял. Каныбек! Отправь доктора в госпиталь за лекарствами. Слушаюсь. И приведи ко мне дочь. Тебя отец зовет. Он хочет с тобой поговорить. Лейла, надо идти. Сердечный приступ. Она упала. Я слишком долго терпел твои выходки. Но сейчас ты переходишь все границы. Ты маленькая, капризная девчонка. Готова сочинять все, что угодно. Лишь бы только было по-твоему. Запомни, твое будущее может быть только с Абаем. Я сначала убью его, а потом себя. С ним у меня может быть только такое будущее. Будет так, как я сказал. Каныбек! Каныбек! Уведи ее с глаз моих долой.
Лейла. Тихо. Пока он мне нужен живой. Человека. Не делай этого. Ты не сможешь с этим жить. Не надо. Я прошу тебя. Я пришел за тобой. Ты мне нужна. Почему ты не дал ей выстрелить в меня, а, доктор? Ведь я хотел тебя убить. А ты меня спасаешь. Неужели тебе все равно, кого спасать? Теперь, наверное, да. Не дышите. Решил поиграть. Ну, давай поиграем. Рано или поздно мы найдем документы. И я тебя отпущу. Но если ты хочешь оказаться быстрее на свободе, ты можешь ускорить этот процесс. Выбор за тобой. Абай, Байтен просил зайти. Подвал его. Подумай над тем, что я сказал. Можно? Как вы? Живой, как видишь. Лейла тебя чуть на тот свет не отправила. Но она такая же непокорная, как вы. Вся в отца.
Теперь, очевидно, ты не сможешь стать ее мужем. Решение выдать ее за тебя было ошибкой. Ты не переживай. Найдешь себе другую жену. Из-за землетрясения мы не можем доставить оборудование и провести операцию здесь. Я дал распоряжение организовать перелет Лейлы и Калинину в Москву. Они вылетят первым же рейсом. Как только будет возможность. Да вы с ума сошли! Калинин! Между бизнесом и дочерью я выбираю дочь. У меня все, иди. Как ты думаешь, почему она тебя так сильно ненавидит? Не знаю. Сердцу не прикажешь. Простите меня. Простите меня за то, что сегодня произошло. Готов искупить любой ценой. Не попадайся мне на глаза. Это лучшее, что ты можешь для меня сделать. Стой. Ты понимаешь, что ты мне обязан? Я сделаю все, что вы пожелаете. Тогда ответь мне на один вопрос. Кому ты служишь? Да, я понял. Хорошо. Все, давай, до связи. Я проверил всех родственников и знакомых Калинина, все его связи. Пока никаких зацепок. Да, Абай. Есть новости? Я бы тебе сказал. Проверили всех, кого можно, пока ничего. Значит, плохо проверили. Вариантов не так много. Не каждый согласится спрятать у себя компромат. Это кто-то из близких. Кто это может быть? Ну, извини, Калинин мне не докладывал. Я прошу. Да делай, что хочешь. А тебе не приходило в голову, что документы у кого-то, кто не связан с ним напрямую? Я буду тебе очень признателен, если ты назовешь мне имя этого человека. Я назову тебе имя. Жди звонка. Вставай, на выход. Фух.
Рад тебя видеть, доктор. Рад, что не ошибся в тебе. Сядь. Ты оказался честным человеком. Теперь мой черед выполнить обещание. И я обязательно его выполню. Обещаю. За скорейшее освобождение. Ну, что сказать? Не вижу никакого смысла держать тебя здесь. Да и зачем? Ты не представляешь никакой опасности. Ты свободен. Все. Да, жене моей сделает операцию другой доктор. Да-да-да. Кстати, мы нашли документы. Ты знаешь, было нетрудно догадаться. Они были у той девушки из наркоклиники, где твоя жена покойная работала. Как ее зовут? А, Мария. Она долго не признавалась. Угу. Пришлось над ней хорошенько поработать. Теперь ее действительно никто не найдет. Как же легко тебя взять на понт, доктор. Я же говорил тебе, ты доктор, а не Джеймс Бонд. Теперь мы точно знаем, кого искать. Я прошу у тебя прощения, отец. Я была не права в прошлом разговоре с тобой. Я сделаю, как ты хочешь. Только у меня есть одна просьба, обещай ее выполнить. Говори. Отпусти Калинина. Это все? Считай, что твоя просьба выполнена. Я уже дал распоряжение отправить вас в Москву. Он сделает тебе операцию и будет свободен. Абай не отпустит нас. Он убьет его. Он только что избил Калинина и бросил обратно в подвал. Этого. Он не мог пойти против меня. Спроси у своих людей. Открой глаза, наконец. Ты когда смотришь на Абая, видишь только то, что хочешь видеть, и не замечаешь ничего вокруг. Ты как слепой отец. В ящике есть запасные ключи. Бегите через подземный тоннель. У входа вас будет ждать машина. И еще. Надеюсь, что не пригодится. А ты? Поторопись, дочка. Ты оказался прав. Документы, по всей видимости, у этой Марии. Она оплатила гостиничный номер кредиткой Калинина. Мой человек уже выехал туда. Так что желаю тебе хорошего вечера. Ждать осталось совсем недолго. Я тебя понял. Thank you.
бежать. Бросай ствол. Не меня ли ты ищешь? Я в своей жизни совершу много ошибок. Но ты из них самая большая. Канабек. Канабек. Уводи его. Ты, конечно, все просчитал, кроме одного. Обидно, когда предают самые близкие. Ты опоздал. Тихо, 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 тихо. Тихо, послушай меня. Он отпустил нас, чтобы ты осталась жива. Все тихо. Тихо. Сейчас нам нужно уходить. Уходить нужно, Лейла. Я прошу тебя, все. Все. Тихо, пойдем. Пойдем. Они нужны мне живыми! Чё стоим? Ну как ты? Нормально. Чё, ничего, ничего. Мы выберемся. Куда дальше? Туда. Десятки тонн. Тихо. Быстрее. Иди сюда. Стой. Принят.
Ты знаешь какое-нибудь место, где Абай точно не будет нас искать? Не знаю. Тут телефон чей-то лежит. Что? Здесь лежит чей-то телефон. Выброси его. Хотя нет, подожди. Дай сюда. Нужно сделать один звонок. Она спешно покинула гостиницу 10 минут назад. Похоже, Калинин ее предупредил. Завтра утром доберемся до лагеря МЧС. Там, если повезет, на самолете в Москву. Нужно отдохнуть хоть немного, поспать хоть пару часов. Зачем же ты все-таки сбежала из госпиталя? Ведь знаешь, что с тобой каждый день должен быть врач. Зачем? А я не хочу говорить об этом. Вы не думайте. Ни от вас ничего не нужно. Я и не думаю. Доедать сейчас мне. Живой. Двое суток вас искали. Личное распоряжение начальника лагеря. Парень нам все рассказал. Живой. Калинин. Что-то я тебя не узнаю. Да я в последнее время сам себя не узнаю. Я договорилась о вашем возвращении в Москву. Завтра вы можете улететь. Лейла, доброе утро. Я вам лекарство принесла. Спасибо. Лейла, я бы многое отдала за то, чтобы Игорь относился ко мне так же, как к вам. Нет. Это я должна завидовать вам. Я искренне желаю вам с Игорем счастье. Вы думаете, что мы вместе? А что, разве нет? Да, мы с Игорем были вместе. Я была его любовницей.
Но мы расстались. Я, когда его снова здесь встретила, я подумала, что это судьба. Но я ошиблась. Смерть жены слишком сильный удар для Игоря. И я не могу его больше ждать. И не хочу. Может быть, вам удастся дождаться его. Его, Абай, это не только моя проблема. Или ты думаешь, что я никому слова не скажу о тебе? Ошибаешься. Ты будешь сидеть со мной на нарах. Сейчас тебе нужно будет отдохнуть, поспать. А через пару часов за тобой придут. А сколько будет длиться операция? Все будет нормально. Ты не волнуйся. Я не волнуюсь. Вот молодец. Господин Калинин, вы задержаны по подозрению в организации убийства своей супруги, Ирины Калининой. Что? Руки. Это какая-то ошибка. Прошу за мной. Пройдемте. Вещи твои? Мои. Все на месте? Обвиняетесь в организации убийства вашей супруги, Ирины Калининой. Вам понятно обвинение? Следствие располагает информацией, что в последнее время у вас были конфликтные ситуации с вашей супругой. И вполне вероятно, она планировала подать на развод. Однако такой исход событий для вас был неприемлем. В случае раздела совместного имущества супруга могла претендовать на часть вашего бизнеса. Соответственно, у вас имелся вполне определенный мотив для ее убийства. Вячеслав Самойленко дал показания, где подробно описал, как вы подговаривали убить вашу супругу. Вы планировали это как рядовое уличное ограбление. Когда же Самойленко отказался участвовать в преступлении, вы договорились с двумя его друзьями, Крохиным и Гуськовым.
В общем, гражданин Калинин, следствие располагает неопровержимыми доказательствами вашей вины. Согласно пункту 2 статьи 105 УК РФ, вам грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Единственное, что может смягчить приговор, это чистосердечное признание. В таком случае я готов содействовать, чтобы срок ваш был меньше. Это в ваших интересах. Ведь на свободе вас кое-кто ждет. Сколько он тебе заплатил? Вы о чем? Судя по всему, ты стоишь недорого. Значит так. Я отказываюсь разговаривать без адвоката. И требую телефонного звонка. Смотри. Ты еще пожалеешь об этом. Боюсь, больше не увидит тебя твоя девочка. И никакой адвокат тебе не поможет.